Всем доброго утра и хорошего дня. Погодка сегодня вообще замечательная. Правда, вчера дождик пытался несколько раз идти, но сегодня очень сильно светит яркое солнце. С утра мороз минус 7. Все так инеем покрыто. Подопечных выгнал на улицу, точнее, они сами вышли на прогулку. Вот такое яркое солнце. Посмотрите, все так искрится в инее. В общем, сегодня настал тот день, когда у нас должно появиться пополнение. Так что оставайтесь с нами, досмотрите видео до самого конца, и вы все увидите, какое у нас пополнение, какой процент у нас вывода будет цыпочек в нашем инкубаторе. Так что пойдемте смотреть. Значит, приготовили мы брудер. Внутри мы застелили пленкой и вырезали там под отверстие для поилок. И внутри мы застелили обычные пеленки. Самые дешевые, которые мы купили. Итак, мы включаем сейчас мы брудер. Подвели питание. Показывает температуру сейчас в помещении. У нас еще нету стекла. Мы обычные полотно. Толстая такая ткань, полотно укрыли, и температура начала расти внутри брудера. Здесь выставлено на 35 градусов выключение, на 34 градуса включения. То есть он будет держать температуру в пределах 34-35 градусов. Итак, у брудера температура поднимается, восстановится, и мы уже сегодня принесем небольшой молодничок. Пошли за ними. Спят. Не будем им мешать, укроем их. Они должны спать, кушать, еще раз спать, опять кушать, для того, чтобы они росли. В общем, закончился сегодня второй день у нас вывода наших цыплят из инкубатора. Результат, конечно, нас не порадовал, но мы к этому были готовы. Значит, некоторые факторы, которые работали против нас. А это у нас имелось очень много молодых петушков с осени, которые просто замучили курочек, и они даже не слетали с насест. И из-за этого у нас очень много яиц просто неплодотворенных. Просто неплод. Так что
Сейчас мы продезинфицировали наш инкубатор раствором марганца. И сейчас стоит еще бактерицидная лампа, обеззараживает ее. И дальше процесс будем повторять. Заложим очередную партию из 70 яиц. Яйца это все от наших курочек. Никого мы не покупали. Будем дальше пробовать, как говорится, проводить. Дело в том, что в прошлом году результат был вообще офигенный. Но в этом году вот именно хотели пораньше мы иметь наших цыпочек, но мы как бы к этому были даже готовы. Мы чувствовали, что это так вот именно получится. Вот в данный момент сейчас выключился обогрев. У меня где-то в пределах стоит 31-32 градуса. Их включение и выключение. Так что спокойно они спят, отдыхают, кушают здесь они. Великолепный брудер для них сделан. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, смотрите наши видео, ставьте лайки, комментируйте. Внизу под видео находится колокольчик, нажимайте, не пропускайте следующие видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.